Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 103 на странице 59. Прочитайте. Начинается считалка. На березу села галка. Две вороны, воробей, три сороки, соловей. Запишите считалку по памяти. Проверьте себя. Это стихотворный текст, поэтому мы будем записывать строчки в столбик и каждая строка с большой буквы. Начинается считалка. Две точки. На раздельно. Березу. Села галка, запятая, две вороны, запятая, воробей, запятая, три сороки, запятая, соловей. Назовите слова, которые называют число предметов. Число предметов называют слова 2 и 3. Какой вопрос можно поставить к этим словам? Сколько? Обратите внимание, слова, называющие числа, это имена числительные. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.